Сбил двоих и сбежал. Сотрудники полиции разыскивают предполагаемого виновника ДТП, а также очевидцев, ставших свидетелями происшествия. По предварительной информации, во вторник около 8 утра на Суздальском проспекте сбили двух несовершеннолетних. Дети 2007 года рождения переходили дорогу по зебре. Водитель, предположительно, на автомобиле Нива Шевроле серебристого цвета скрылся. В результате ДТП юные пешеходы получили ссадины и ушибы. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте. Полиция обращается к свидетелям и очевидцам происшествия с просьбой помочь найти водителя и сообщить известную им информацию по телефонам, которые вы видите на своих экранах. 54 16 65 45 17 71 или 45 18 81.